Ну что ж, всем привет. Такая ситуация у многих. Кому я ходил и ремонтировал компьютер, кому-то устанавливал, и много-много было таких пожеланий. Спрашивают, как активировать и как это все сделать. Почему? Потому что эта версия, когда вы ставили, она пробная. Но так как она приостановленная и дается на один год, так что увы. Вот у меня, например, истек срок действия, все. Ну а так как нам деваться некуда, у нас денег нету, мы будем кустарным. Ну, сделаем. Просто активируем и все. Вот здесь вот будет приостановить защиту. Приостанавливаем сразу. Нажимаем сюда кнопочку защиту, закрываем защиту полностью, все, продолжаем, полностью выходим, заходим, параметры все, обновление, безопасность, защиту заходим. Ну, даже нам ничего не надо отключать. Уже хорошо. Заходим в папочку, которую у меня скачали с облака. Ну, надеюсь, сайты скачали. Там много интересного есть. Да, вот это вот. А когда скачивать будете или у меня, или, например, с интернета, отключайте антивирусник. Почему? Потому что он сразу его сожрет. Так как у каждого антивирусника есть противовирусник. Это то же самое лекарство, чтобы его можно разлочить. Разоблачить, проще сказать, и поставить другие какие-то варианты, чтобы... Ну, короче, от нас, проще сказать, вот таких, которых денег нет. Запускаем от имени администратора. Вот она появилась. Ну, это можно закрывать. Мы сделали, все отключили, все, что надо было сделать. Состояние не работает, это уже хорошо. С лицензии очищаем. Очистка следов возможно только после дистилляции антивирусной программы. Мы не будем дисталировать. Сохраняем активацию. Так, так как у нас вот здесь все ключи, и у нас антивирусник Internet Secret, и вот он, пожалуйста. До 2020 года. Сейчас мы будем его активировать. Сохраняем. Не, значит, вот этот поставим, сохраняем. Ну, возьмем, сделаем. Сбросить активацию. Сейчас бросится и по новой все покажу, как дальше делается. Уже с включенным интернетом.
включить самозащиту. Окей. Заходим в ярлыки, естественно. Так, интернет. Значит, что-то мы не успели сделать. Перегружаемся.